Итак, сегодняшние кировские своеобразные новости. Поехали! Журнал «СНОП», есть такое издание, посчитал средние российские зарплаты в услугах дам с пониженной социальной ответственностью. Журналист «СНОП» брал среднюю зарплату по региону и делил на стоимость услуг путан. И при средней зарплате в Кирове примерно в 20 тысяч рублей и стоимости часовой услуги блудницы в 2 тысячи рублей, получается, что кировчанин на свою зарплату может позволить себе ровно 10 визитов. А вообще это очень интересная практика — считать деньги в услугах куртизанок. Вот, например, городские власти потратят на новое аудио-видео оборудование для театральной площади 10 миллионов рублей. Ну, чтобы в день города гимн города звучал громко и красиво. Но если посчитать эту сумму в путано-часах, то за эти деньги можно арендовать 500 блудниц, которые споют гимн не хуже. Следующая новость, которая вас порадует. В Кировской области выявили дефицит чиновников. Вот как на это реагировать? Всех остальных хватает, чиновников маловато. Как в статье утверждаются, пустуют аж 6% рабочих чиновничьих мест при зарплате в 35 тысяч рублей. И что-то никто не идет. Что-то никому не интересно получать 35 тысяч рублей, сидя в сером доме. Или в коричневом. Окей, двигаемся далее. Прекрасная новость из Омутнинска. В Омутнинске фонд капитального ремонта отремонтировал фасады 5 домов. Дома облицевали, дома стали красивыми, но есть маленький нюанс. Эти дома были признаны аварийными, и в скором времени их снесут. Фонд капитального ремонта. Вы прям умеете тратить деньги. Как утверждает сам фонд капитального ремонта, дело в том, что они не знали, что это аварийные дома. И кто-то из чиновников, который признавал их аварийными, им об этом не сказал. Но благодаря предыдущей новости я знаю, как можно оправдаться. Объяснить, что передать информацию должны были именно те чиновники, места которых до сих пор пустуют. Ну а закончим прекрасной юридической историей. Следственный комитет ответил на требование юриста возобновить дело полуторавековой давности. Кировский юрист Ярослав М. отправил Следственный комитет заявление с требованием возобновить расследование убийства сторожа, которое случилось в Вятке в 1864 году. Очевидно, что это очень-очень-очень занятой юрист. Так вот, Следственный комитет отправил ему официальный ответ, в котором логичным языком объясняется, почему они не могут расследовать убийство, которое произошло в 1864 году. И знаете, что хочется сказать по этому поводу? Люди находят интересные способы себя развлечь. Журналисты СНОБа, например, считают зарплаты в блудницах. Кировский же юрист требует расследовать убийство сторожа 150 лет назад. Мне кажется, им нужно объединить усилия. Тем более, что на сайте вакансий есть такая: в СНОБ требуется продюсер спецпроектов. Ярослав, подумайте, мне кажется, вы со СНОБом сработаетесь. Это были сегодняшние кировские новости. Какой город, такие новости.